На днях на школьной улице была вновь замечена зебра Мартин из мультфильма «Мадагаскар». Она, как и ребята из Центра детского творчества «Импульс», участвовала в акции, проводимой в рамках профилактического мероприятия «Осенние каникулы». Инспектор по пропаганде дорожного движения по Ленинскому району Ирина Чекмарева напомнила юным пешеходам правила безопасного поведения на дороге, а также подарила световозвращающие стикеры. Когда переходишь, надо посмотреть направо и налево. Сначала налево, потом направо. Потом надо дойти до середины дороги и еще раз посмотреть. Скоро зима, темнеть будет рано, а значит, самое время обезопасить себя и своих детей световозвращающими элементами. Их можно крепить на одежду, сумки, рюкзаки, обувь. Главное, чтобы в темноте вас было видно. Сами как водители сталкивались с такой ситуацией, что в темной, на какой-то проселочной дороге, к примеру, человека вообще не видно, если нет светоотражающих элементов. Статистика неумолима. За 9 месяцев этого года в Московской области произошло 405 ДТП с участием детей. 448 ребят получили травмы, а 14 юных участников дорожного движения погибли. Поэтому еще раз обращаем внимание родителей на то, чтобы они объяснили детям, как нужно правильно переходить проезжую часть, и чтобы они еще раз с ними прошли маршрут от дома до школы и показали безопасный путь следования. По Ленинскому району статистика не такая удручающая. 8 ДТП, 8 пострадавших и ни одного погибшего. Но все равно находятся люди, готовые рискнуть собственной жизнью. Я очень спешу просто. Подвергаете свою жизнь опасности, во-первых. Во-вторых, вы водителя подводите, потому что ему приходится думать и за вас, и за себя. У меня у самого год стажа вождения. Поэтому только пешеходный переход. Впрочем, профилактика ДТП приносит свои плоды. По сравнению с предыдущим годом, число дорожных аварий с участием несовершеннолетних сократилось более чем на 5,5%, а погибших на 22%. И каждому из нас нужно помнить, что наша безопасность в наших руках. Екатерина Борисова, Евгений Садовский, Сергей Ларин, Видное ТВ.